эти двое танцуют. What the fuck? Один всадил меч в другого? What the fuck? Как они живы? Иго-го! Во! Вот он, экшон! Вы гляньте на это! Всем привет, с вами Oxygenium, и сегодня мы с вами будем играть в Totally Accurate Battle Simulator. Это довольно прикольная игрушка, симулятор крупномасштабных боев. И давайте сейчас посмотрим, что это за игра, что в ней можно делать и так далее. Нажимаю кнопочку Play. Так, это, насколько я понимаю, юниты. У нас есть ограничения по их количеству и по деньгам. Так, давайте попробуем самых простых. Наставим. И у нас кончились деньги. Надеюсь... Все пойдет гладко. Насколько видите, есть синие, есть красные. Мы играем за красных. В данный момент есть еще режим песочницы, но сейчас мы играем не в него. Мы их просто раскатали на изи. Давайте поставим фермеров немножечко. Это кто такие, непонятно. И у нас кончились деньги опять. Ну так, давайте посмотрим, что сейчас будет. Деревенщины с вилами идут нападать на кого там? На викингов. Варваров. Отлично. А, у них тоже есть деревенщины. Ну окей. Интересно, кто кого? Кто кого? Надеюсь, лучники помогают. Блин, похоже... Похоже, красным не сдобровать. То есть нашим. Или еще есть возможность. Четверо против двоих. Ну давайте, мазилы, попадите вы уже. Что это такое? Просто я не понимаю. А, все, раскатали, хорошо. Молодцы. Ну, давайте опять этих же лучников. Они довольно-таки хорошо отбиваются. Лучники против боксеров. Ха, так очевидно же. А, стоп. Тут есть такие же лучники. А, блин, боксеры подошли вплотную, но их уже, можно сказать, и нет. Сейчас остается лучникам биться против лучников. И очевидно, что синие выиграют. Да. Так, давайте поставим раз, два, три, четыре лучника. Четыре лучника, три варвара, два фермера деревенщины и... Пять боксеров. Вот такой вот фигурой пусть они идут. И фигура нифига не такая, как видите. Они уже бегут как хотят, как им это вздумается. Искусственный интеллект, фигли. Так... Кто кого? Кто кого? Давайте, деревенщины, атакуйте лучников, а то, блин, не сдобровать потом. А, все, все понятно, понятно. Можно даже не продолжать. Синие побеждают. Так, что же делать? Давайте сюда поставим варваров, а сюда лучников. Блин, лучников мало получается. Так. А, можно было выбрать боксеров, я не подумал. Они дешевле. Получаются. Ну зато... Что эти боксеры себе позволяют? Я не понимаю. Нет, похоже, в этот раз тоже не удалось. Спики в голове ходят, блин. Еще как-то что-то получается. Давайте-ка попробуем поставить, правда, боксеров, а сюда лучников. Ну, допустим, как-то так. Надеюсь, сейчас все получится. А давайте, кстати, посчитаем, сколько здесь. 6 боксеров и... 8 лучников, ёкаламане. Дофига. Нет, очевидно. Так, давайте-ка 8 лучников, а потом боксеров, самых дешевых. Все нормально. Вот сейчас должно быть и 1 на 1. Все правильно. Хотя фиг знает. У них боксеров больше. Так, давайте посмотрим на все это с большой высоты. С высоты птичьего полета. Ну, лучники, ну куда вы, а? Отбивайтесь там! Блин, жалко, нельзя никак выделить мышкой их передвинуть. Это же не стратегия. Сейчас, с одной стороны, можно было бы. Это было бы очень круто, я считаю. Ну все, можно даже не продолжать. А давайте попробуем поставить самых-самых простых людишек. Так, раз, три, четыре. Так, окей. Вот как-то так. Давайте попробуем. Вот наш отряд, вот их отряд. Блин, лучников все равно больше, кажется, да? Да. Так, остался один боксер с пикой в голове. А, блин, ну лучники, ну что... Что вы делаете? Я не понимаю, как так?
Ладненько, теперь давайте наоборот. Сюда купим боксеров, а сюда лучников. Наоборот будет все. Боксеры атакуют лучников, а лучники боксеров. А то, блин, начинают они путаться между друг другом, а это не очень хорошо. Ну куда вы побежали-то, а? Стоп, а они обнялись? What the fuck? Похоже, получается какая-то фигня опять. Не дойдут они. Ну я же говорил, не дойдут. А нет, минус один. А сейчас, похоже, мы раскатаем. Остался один лучник, а у нас их 4, а нет, 5. Все, раскатали. Только так. Ну игрушка прикольная. Так, у нас есть 1500 денег. Давайте купим опять лучников, боксеров. Разве я не знаю, что там будет? Варваров побольше. Все, поехали. Воу, нифига, проседочки. Опа-опа. Вот это махач, вот это просто махач. Давайте камеру отодвинем подальше. Наши лучники стоят там в стороночке. А эти двое танцуют. Точнее, попарно. What the fuck? Блин, синий, не мешай. У них там свои дела. Да. Интересно, кто все-таки победит? Да вроде никого не осталось, а куда они идут? А, вон они двое. Один всадил меч в другого? What the fuck? Как они живы? Вот что называется искусственный интеллект. Давайте. От чего он умер? Я вообще не понял, от чего наш умер? Этот был далеко. What the fuck? Так, лучники, довольно хорошо они справляются. Варвары, мы можем поставить пушки в этот раз. И давайте вот этих вот чувачков. Все, поехали. Что сейчас будет? А сейчас, мне кажется, будет жесть. Вы просто гляньте на эти огромные пушки. Правда, они уже наполовину рабочие. Но мы, очевидно, победим. Правда, у них щиты, а у нас их нету. Я вот об этом не подумал, кстати. Надо было щиты брать. Нет, они уже проникают к нам, можно сказать. Куда он идет, я не понимаю. Алло, ты куда идешь? Тебе туда надо, между прочим. Так. Нет, у нас есть шанс победить, конечно, но, блин, нет, нет, нету никакого шанса. Сейчас задавит. Да. Остался лишь один. Держись, держись, паренек. Держись. Нет, не удержался. Так, давайте-ка поставим сейчас щит. Ну и вот этих чувачков. Это вроде бы должны с пиками ходить. Да, так и есть. О, какой натиск огромный. Вы гляньте, гляньте-ка. Кажется, все идет не по плану. Хьюстон, у нас проблемы. Да, точно. Они раскатали нас. Прекрасно! Поставим щиты. Примерно так давайте сделаем. И теперь за ними будут у нас стоять чуваки с кольями. Ну и как-то так, давайте запускаем это все дело и смотрим. Блин, у них такие красивые ряды, а у нас... Вы поглядите на это! Вот это каша, вот это просто каша! Ну куда ты убегаешь? Участь неминуема! Интересно, долго эти кошки-мышки будут продолжаться? А, блин, похоже долго. Давайте-ка посмотрим, что здесь происходит у нас. А здесь у нас еще есть шанс. Если, конечно, наши не будут друг друга толкать. Давай, давай, колоти этого синего мудака. Да. Как-то так. Похоже, они так долго бегать будут. Есть, минус один. Но мы, похоже, победим. Правда, это затянется надолго, так как они бегают по кругу чаще всего. Давайте уже, разбирайтесь. Во-во-во-во-во. Нет. Он замочил нашего чувака. Потому что у него не было пики. Потому что руки у него дырявые. А может быть ты лучше щитом к нему будешь бежать, чувак? То глядишь так, взад и засунет. Ну а этот-то куда бежит, я не понимаю. От кого? Нет бы товарища защищать или он того атаковать. О, так наших еще трое с щитами. Это круто. Может сейчас спасут ситуацию наконец-то, а то этот бегает и бегает. Этот продолжается уже не знаю сколько минут. Эти тоже в круговорот событий вошли. То есть, по кругу бегают. Круговорот событий. Бегают по кругу. Остался лишь один синий. Куда вы бежите? Я не понимаю. Может быть, я даже включу ускорение. Ускоренную картинку. А он сейчас завалит
нашего чувака с щитом. О! Я под землю провалился, нифига. Есть! Ну, наконец-то это свершилось! Наконец-то! Ставим щитов, хотя нет, они слишком тупые. Фермеры. Боксеры. Викинги. Лучники. Еще здесь щиты и здесь. А, ладно, сейчас. И что сейчас будет? Давайте посмотрим. Не, ну а вы-то куда, а? Пошли бухать, бухать вместе. Бухать, бухать. И шли синие, резать их. Какой бухать, чуваки, вы чё? Блин, я не поставил чуваков с мечами, из-за этого мы можем сейчас продуть, причем нехило так. А лучники тем более мазилы. Давайте исправим ситуацию сейчас. Поставим чуваков с мечами, потом викингов, и потом щиты. Куда они побежали? Все настолько странно, все это происходит. Ладненько, давайте поставим что-нибудь. Несколько больших юнитов. Ну и чуть-чуть маленьких. Все, поехали. Что сейчас будет? Иго-го! Во! Вот он, экшон! Вы гляньте на это! Да, давай, конечно. Сбивай их. Вот оно! Вот оно! Правда, больше никого не осталось. Остался лишь один чувак с щитом. Или это вообще не наш? Это был не наш. Тем более... Фермеров побольше. Вот так вот. И запускаем. Так. Столкновение. И опять те мимо побежали. Кстати, наших осталось довольно много. Очень много. Так, 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 так. Не, ну что-то не сходится. Что-то не сходится. Их четверо, нас трое. Уже двое. Ладно, давайте попробуем снова. Ставим. Лучники, теперь викинги. Просто по рандому вообще ставлю сейчас. И вот так. Все, поехали. О, нормальненько. Хотя, не знаю даже. И что из этого получится? Вот это чувака заглючило. Ёкаламане. Что это такое? Что это такое? Просто я... И красного, и синего заглючило. Вы просто гляньте на это. Что происходит просто, я не понимаю. Нет, опять фигня. Так, ладно, пусть неровно, но зато нормально. Теперь щиты. И поехали. Что получится? Так. И... Да. Да уж. Интересно, а кого все-таки больше? Вот в этой игре, на мой взгляд, не хватает счетчика. Сколько всего бойцов осталось в строю, так сказать. Но нет, похоже, ничего не получается. Они опять все разбежались по полю и опять полчаса ждать, да? И с высоты птичьего полета это выглядит как давленые муравьи. Определенно, как давленые муравьи. Да блин! Ну кто кого? Есть! Наш победил в этой схватке. Следующий. Что-то, по-моему, синий боится. Ладно, наших осталось двое, их трое. Очевидно, кто победит. Синие, скорее всего. Хотя, ну давайте посмотрим, почему бы и нет. И давай, давай, руби его. Есть, 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 молодец. Просто молодец. Один раз рубанул, и тот побежал обратно. Двое против трех так и осталось, да? А нет. Один на один теперь. Ну, практически один на один. Есть! Остался всего лишь один. Давайте догоняйте его. Догоняйте, убивайте. Безжалостно! Вперед, красный, вперед! Так. И... Нет. А, нет, нет, нет! Не может синий победить. Вы чё, вы чё, вы чё? Наших же двое было. Давай. Поднажми. Что происходит? Щитом толкает и все. А, похоже, все, да. Ну как так? Ладно. Похоже, на этом пора заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем удачи, всем пока.